Ребята, давно у меня таких штук не было в продаже. Представляю вашему вниманию очень нужную, очень важную штуку под названием глазок большой или большая настольная лупа, да, увеличилка. Короче, глянь на ее габариты. Чик. Глянь, она как моя рука. Сейчас я возьму линейку. Это, наверное, стократная огромнейшая лупа. Так, вот это, короче, рычажок, да, вот это вот скелетик этот. Вот он крепится, короче, к столу. И дальше ты вот этими движениями, короче, вот эту штуку, короче, крутишь и подгоняешь, как тебе надо. Поставил, да, прикрутил. И, короче, ныряешь сюда вот так глазами и смотришь. Сюда вот так подкладываешь, короче, какие-то штуки, да. Ну, допустим, вот смотри, вот у меня есть релюшечка. И пошел, короче, увеличивать, смотреть, что там происходит. Рассматривать. Это для паяльщиков, для запайщиков, для радио вот этих электронщиков. Просто находка. Пацаны, короче, вот такая большая увеличилка. И еще такие будут чуть-чуть другие, поменьше, маленькие, большие. Разных размеров уже сегодня в продаже. А вот же, смотри, линеечка, сейчас я тебе покажу. Чтоб ты понимал все масштабы, 15 на 15 сантиметров, а толщина этой увеличилки, ну, с корпусом 4, а линза, наверное, 2 сантиметра. Это очень нужная, шикарная штука, не прозевай. Я знаю, у тебя там в городе света сейчас нету, иди ищи там, где Wi-Fi есть, там, где ловит сеть, и давай уже, глянь, какая она уже сегодня, да, сегодня у меня в продаже.